Завтра в театре новой драмы «Вик Арт» состоится премьера спектакля по пьесе «Дочь пророка» драматурга Полины Жеребцовой, автора переведенных на многие языки чеченских дневников, повести «Ослиная порода» и других произведений. «Дочь пророка» — это история любви на фоне творящегося вокруг безумия чеченской войны. Режиссер Виктор Древицкий доверил главную роль дебютантке сцены Татьяне Мирошниченко. В подготовке спектакля активно участвовала и сама драматург Полина Жеребцова, которая, в частности, объясняла актерам особенности мусульманских традиций. Она нам помогала, она нам давала советы, что касается одежды, как вот мусульманская девушка должна себя вести, как она должна одеваться, отношения с мужчиной. То есть, как можно смотреть, как нельзя смотреть, как можно трогать друг друга, как нельзя трогать друг друга. То есть, на самом деле, она давала много полезных рекомендаций, так как это ее текст. То есть, это было очень, конечно, полезно услышать ее мнение о нашей работе и соответствует ли это ее видению или нет. В кинотеатрах появился фильм «Бэби Джейн», снятый по одноименному роману Софи Оксанен.